очень много. Четвертых воротах. Ну за что ж ты так с нами, Мелани? Пожалуйста, отыграй это отставание. Всего 2 секунды она проигрывает. Всего потому что 3 это штраф. Ай-яй-яй-яй. И только первый круг. И столько было надежд. Вот он, заключительный поворот первого круга. Мелани Ассельс ускоряется на второй вираж. Еще отыгрывает немного. 2-0-2 теперь. Преимущество Бена Мерфи. Все возможно, все бывает, и давайте продолжать смотреть и наблюдать. Ну что же, да, теперь уже только о борьбе за места на подиуме, конечно, идет речь. Да и то, если накосячить, что называется, остальные соперники. Второй разворот прошел, еще отыграла полсекунды, даже 55 сотых. Мелани, естественно, отчаянно, она борется за то, чтобы оказаться как можно ближе к лидеру, но... Вот этот штраф, вот этот сбитый конус приводит к такому... Болейте, Люка Чипелла, и вот он уже пролетает с такой ворота. 197. Да, немного, но ничего страшного. Главное не совершить ошибки. Да, синхронно, great minds run parallel. Так, полубочка, выход на 5-е ворота, коррекции, не попадал. Сначала, но тем не менее 77. Сотых уже везет. Это, в принципе, нормальный спорт, потому что Люк Чипелла был гораздо быстрее в тренировках. Сейчас посмотрим на это. И здесь, наверное, к сожалению, не дают нам время. Ну, чуть-чуть подрастерял преимущество, но все равно все еще зеленая зона. У него все еще есть преимущество над соперником. Ну, теперь во многом от ошибок будет зависеть, от их совершения или несовершения. Очередной разворот в воздухе. Нет, к сожалению, G-метра, нам ничего не показывают здесь, увы. И уже секунды ошибок. Чипелла Бена Мерфи. Ну и остается...